бачу, де він стоїть. Добрий ранок. Добрий ранок. Обласний принцип Осадськ. Пішне трохи теж водіть? А? Пішне трошки. Ну 50 їду. Серйозно? Да. У вас може в мілях? Не, у меня этих вот, блин, космических. Космических? Да. А что этот Рагуль лазит по дороге без жилетки, лучше спросить. Рагуль это кто? Ну этот полицейский, ваш напарник. Это Рагуль. Ну потому что он лазит на проезжей части без жилетки. И стоит прямо на... Он еще не лазит, а может переходить за раз. Где? На чем он переходит? Так само, как вы видите. На чем он, на чем он переходит? Я на руки вижу, что я похож на глухо. По вашему, я... Как его фамилия? Иди спитать. А вы не можете мне сказать? А забоязан? Конечно. Да? Свою, да, пожалуйста. Я же сразу показал. Давай, ну, чтобы вы не задавали ваши подписчики. Сразу показал. Сейчас назад сдам. Ваш тебе так хочет игру покидать, кидать. Кинуть, кинуть. Что кинуть? Бычок. Какие бычок? А с чем вы машете? Вы знаете, что вам этим нельзя пользоваться? Машет корова хвостом в поле. А это что это у вас такое? А вы не знаете, что такое? А что это такое? Вы не знаете, что такое? А что это такое? Скажите мне, пожалуйста. Вы не знаете, что... Не, я не знаю. Знаете. А что это такое? Читайте. Ну что это такое, скажите, пожалуйста. Читайте. Это жезл. Так. А жезл что можно делать? Что можно делать? Я не знаю, что у вас какая бурная ваша фантазия, что вы можете... Не моя бурная фантазия, а фантазия бурная кабинета министра 22 марта. Вам только можно им регулировать проезд на. А останавливать автомобили запрещено, если вы не знаете об этом. Хорошо. Все? Сейчас добавить. Он уже бежит, он сам сюда. Он бежит, он идет? Он бежит. Не, он идет. Я понял. Братан, тебе что, жизнь как кота, всем жизни или что? Да, добрый день. Киданчук Дмитро Сергеевич, полицейский сектор регулирования патрульной полиции. Вы знаете, что нельзя на проезжей части быть без жилетки, во-первых. Во-вторых, что вы делаете на проезжей части на полосе движения? Сколько я ехал? Сколько я ехал? Сколько я ехал? Там галактический космический мир. Слушай, ты не бесполезно, сколько я ехал? Бесполезно. Бесполезно ты здесь стоишь, мы прямо на полосе движения. Ви не тикайте, будьте хоч трошки вічні для себе. І то я буду виклощу. Ви больні, блядь. Короче, блядь, ніхто з вами базарить, блядь. Ви больні? То зайдіть вам лікарні. Два дебіли, блядь, це сіло, блядь. Іди нахуй!